Всем огромный привет из Красноярска, футбол-арена «Енисей». У нас очередной матч, матч 16-го тура МЛБ первой лиги. Вот так уже незаметно мы подбираемся к окончанию первого круга. Матчи сегодняшние, стартовые матчи ноября подведут черту под первой половиной сезона. Плюс три ноябрьских тура еще предстоит сыграть командам в рамках МЛБ первой лиги. И потом уже длинная зимняя пауза. Матч обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода, да, сын нашего известного прошлого арбитра Игоря Егорова, который успел после окончания судейской карьеры поработать начальником команды в Енисее, когда команда выходила в премьер-лигу. Енисей вышел на первое место по забитым мячам в лиге. Удар Юрия Кириллова. И сейчас КамАЗ в атаке. Попытка вынести мяч от Стежко не самая удачная. Ратников. Подача. Опасно, как Борисенко пролетал мимо мяча. Ну а Защепкин уже на дальнюю штангу не пошел. Но в таких играх, где у команды все получается, Глушков там является двигателем. Но вот сейчас шанс у красноярцев, и это гол, и это работает замена от Эдуарда Штейнбрехера. Впервые в этом сезоне у Енисея забивает игрок, вышедший на замену. Максим Савельев, ну и Никита Глушков, голевая передача. Вот еще раз посмотрим. Глушков падение, передачу отдавал, но Савельев первым же касанием пробил. Не успел здесь пальцем. Вот впервые пальцев не успел. Его ли это вина? Тоже вопрос другой. Горелов включается в эту зону. Куль. Хорошая стенка. Горелов. В центр передачи. Укомский. С разворота Укомский бьет створ. Типа на месте. Вот такое решение. Ломакина мяча будет. Он грузить опять в сторону ворот. Да, это и происходит. И это гол. Гол красноярского Енисея. Херман Феррейра. Ну, буквально с метра, наверное, отправляет мяч в сетку. На 79-й минуте игры. Ну вот они, стандарты Енисея. Да, долгое время их не было вообще. Выверенная подача. Ломакина для него. Тоже очередная голевая передача. Третья в этом сезоне. Ну, шансов у Анисимова не было. И в сезоне. И сохраняет все-таки шансы. Но вот сейчас атака Енисея. Капустянский. Прострел какой. Савельев до мяча не добрался. До Ломакина он просто не дошел. Хороший шанс. 86-я минута, КамАЗ все-таки не сдается, КамАЗ вот так лезет на силенок. Здесь ощущение уже не так много, но вот здесь Укомский шанс и Антипи. Возвращение, Стас. Бросает сейчас свои ворота. Голкипер. Енисей, это главный пока сейв для него. И еще раз, это Пальцев и дальше положение вне игры. Ну вот и Пальцев, чужой штрафной. Вот это замена Бардыбахина на Маркова сразу же после появления Гаглоева на поле. Она все-таки в копилку пойдет. Но вот удар опаснейший. И здесь уже штанга спасает ворота Енисея. КамАЗ сегодня, ну, как минимум, на гол-то наиграл. С футболистом КамАЗа не случилось. Ну и все на этом. Финальный свисток звучит в Красноярске. В матче 16-го тура. МЛБ первой лиги. Енисей обыгрывает на своем поле футбольный клуб КамАЗ со счетом 2-0.